В конце декабря следующего года на месте этого пустыря на улице Горпищенко должна появиться новая подстанция скорой медицинской помощи. Сейчас на объекте ведутся работы по армированию и бетонированию подпорных стен. Завершается устройство наружных инженерных сетей. Подрядчиком выступает общество с ограниченной ответственностью «Капиталстрой», уже имеющее опыт возведения подобных сооружений. Компания зарекомендовала себя уже с хорошей стороны. Они возвели нам на полгода раньше 10-ю подстанцию, но, к сожалению, с долгими сроками технологических присоединений подстанция до сих пор не введена. Но в ближайшее время эти работы будут завершены, и уже врачи получат в ближайшее время это здание в эксплуатацию. Компания зарегистрировала на территории города Севастополя обособленное предприятие. Соответственно, все налоги будут уплачиваться в городе Севастополь. Стоимость объекта – почти 178 миллионов рублей. Финансирование ведется за счет средств федеральной целевой программы. В новой подстанции разместятся 4 медицинские бригады. В составе каждой – водитель, врач и фельдшер. Проект застройки является типовым. Возводимое здание будет отвечать всем современным требованиям к объектам подобного типа. Нашей компании будет здесь возведена подстанция скорой помощи, состоящая из 3 этажей. Первый этаж будет отдан под 4 бокса. Один из них будет автомойка, один рембокс. 2 кареты скорой помощи будут стоять в теплых боксах. 2 кареты скорой помощи будут стоять под красивым навесом, под современным, который будет также выполнен из бетона и отделан фасадами. На территории земельного участка площадью более 2500 квадратных метров, помимо здания подстанции, сделают комплексное благоустройство и озеленение территории. Срок готовности, согласно госконтракту, декабрь 2022 года. Николай Кузнецов, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.